Всем привет, с вами SilvPro, и сегодня покажу вам мод на боулинг для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется возможность сыграть в игру под названием боулинг. Что ж, для этого вам понадобится поставить вот такие белые кегли. Как видите, эти кегли я уже разместил у себя, после чего вы должны взять мячик. К примеру, мячик есть такой красненький мячик, синенький мяч, желтый мяч, фиолетовый мячик и, конечно, зеленый мяч, который вы можете бросить в кегль. Также он добавляет новую одежку, которую вы можете одеть на себя. Но, к сожалению, эта одежда отражается неправильно моим персонажем, поэтому одевать ее я не буду. Что ж, приступаем к самой игре. Для этого вы должны взять мячик и просто выкинуть этот предмет. Но, к сожалению, во время этого у меня возникают некоторые трудности. Пример, когда я кидаю этот мячик, даже вот, допустим, синий мячик, он у меня просто тупо дропается, в то время как он должен просто лететь прямо. Но если подойду уже ближе, то мячик начнет как бы сбивать эти кегли, но опять же он просто будет дропаться и сбивать эти кегли. Ну, я не знаю, возможно, это баг. И во второй версии мода я надеюсь, что этот баг исправит. Но в то время, когда выйдет вторая версия, наверное, уже выйдет новая версия Майнкрафта 0.14.0. Ну, мы будем только надеяться и ждать. Но все же Майнкрафт 0.14.0 лучше, чем этот мод. Но все же могу сказать, что мод довольно прикольный, так как таких модов очень мало. К примеру, здесь новую добавлена такая новая фишка, что мы сбиваем определенный предмет определенной вещью, и этот предмет дропается. Не в каждом моде можно это опять же увидеть. Если честно сказать, то эту фишку я видел только в этом моде. Но на ПК, если честно, такого очень-очень добра много. Ну, так, я почему-то не могу попасть. Да, довольно странно. Ну ладно, давайте заберем все эти вещи и поставим обратно все наши кегли, да. Ну, что могу сказать, это мод, ему довольно прикольный, и с этим модом вы можете сыграть со своими друзьями. Ну, лучше с ним играть, когда будет вторая версия, когда мячик будет именно лететь прямо. Так как играть с этим модом просто-напросто будет неинтересно. То есть, ну, сблизи кидать мячик, это просто-напросто неинтересно. Поэтому мы будем ждать вторую версию мода. Так. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.